Стеша скучает, она там целует телевизор, когда папа показывает. Было такое? А за что плохие дяди его забрали? Без работы. Без работы. Не хотели. Они не захотели, чтобы папа работал. Фамилия, имя, отчество? Диссидента Владислава Леонидовича. Действительно работал в Крыму с риском для жизни. И, конечно же, он пострадал от своей профессиональной деятельности. Папуля, тебя люблю и приезжай поскорее.